Hello guys, you're watching SharpSet video blog, and today we're going to tell you about keyword clustering tool. From this video you will learn how it works and what you can do with it and how to use it. So let's start with how it works. For this we have invited our math analyst Kelvin, who will show you how keyword clustering works and why it's the best one on the market. Привет, чуваки! Меня зовут Кельвин, я математик в SharpSet, и сегодня я расскажу вам, как работает кластеризация. Предположим, вы хотите объединить какие-то вещи на одной странице, например, ноутбуки или компьютеры. Для этого вы можете провести кластеризацию. Большинство сервисов делают это следующим образом. Они находят объекты с максимальной частотностью, и для каждого из них ищут другие, которые имеют с ними общую выдачу. Например, для ноутбука это может быть компьютеры или какие-то нетбуки. Для того, что связано с парикмахерской, это может быть ножницы, расческа и парфюмы. А они предполагают такую эвристику, в которой самый частотный становится центром кластера. Мы же считаем, что это не совсем так. Может быть несколько частотных запросов, которые образуют кластер, как бы его ядро. И мы расскажем, как мы устроили кластеризацию у себя в SharpSet. Да, вот то, что вы здесь сейчас видите, это матрица смежности. Она показывает, сколько общих урлов выдачи у разных объектов. Ну, например, у объекта с самим собой, конечно, столько же урлов выдачи, сколько у него и есть. А, например, у каких-то схожих объектов, там, например, у нетбука и у ноутбука, их может быть там 6 или меньше. У двух типов велосипедов их тоже будет много. У каких-то далеких объектов будет мало. Сейчас мы проведем уменьшение ширины ленты на основе алгоритма Яна Чекановского, который позволит нам разбить наши запросы на кластера. После применения алгоритма Яна Чекановского над матрицей смежности мы получаем следующее. Как вы можете видеть, все объекты, которые похожи друг с другом, оказались рядом. И на матрице смежности это выглядит следующим образом. Все объекты, имеющие большое количество серпов, расположены вдоль главной диагонали матрицы смежности. И кластеры можно образовывать следующим образом. Ну вот, например, класс ноутбуков, компьютеров, телефонов, парикмахерского оборудования и, например, велосипедов. После этого мы не остановились на полученном результате и предложили создание иерархической кластеризации. Она поможет пользователю удобно искать нужные ему объекты и работать с кластеризацией в интерфейсе SharpSet. Кластера, которые связаны, например, друг с другом общей тематикой, как техника, они объединяются в такой суперкластер. И то же самое происходит, например, еще для целой категории товаров. Это помогает пользователю удобно найти нужные ему ключевики и работать уже с кластерами, перегруппировывать их в интерфейсе. После того, как мы провели диагонализацию матрицы смежности методом Яна Чекановского, мы должны разбить ключи на кластера. Для этого пользователю предлагается выбрать силу связи и метод кластеризации, hard или soft. Сила связи показывает, сколько общих урлов должны быть у пары ключевиков в одном кластере, а hard или soft – то, как именно будут сливаться кластера. Для начала рассмотрим hard или soft. Хард-кластеризация предполагает, что все ключевики в одном кластере должны иметь как минимум P общих урлов. Soft же кластеризация в этом плане не такая жесткая и дает возможность не иметь смежных урлов у некоторых групп ключевиков. Соответственно, хард-кластеризация делает кластера более узкими по тематике и в них меньше ключевиков, но зато эти кластера становятся точнее. Soft же собирает их в более широкие по смыслу кластера. P — это количество общих урлов в кластере. Окей, то есть разница между нашей кластеризацией и той, которая доступна на рынке сейчас, в том, что мы не собираем группы под самые высокочастотные фразы, а смотрим на все фразы в целом, на пересечение в серпах, вот как ты показывал на матрице, и все возможные вариации рассматриваем для того, чтобы определить центр. Верно. Мы хотим собрать кластер так, чтобы он был максимально близок
чтобы все ключевики в нем были максимально близки по тематике и не упустить никакой ключевик. Кроме этого, немаловажной особенностью нашей кластеризации является ее иерархичность. То есть, обычно выполняя кластеризацию, вы получаете, например, какую-то линейку ноутбуков в одном месте, потом какую-то линейку ноутбуков в другом месте, и это все разорвано. Очень неудобно пользоваться в такой кластеризации навигации и что-то менять. Мы же предполагаем, что пользователь может легко найти нужный ему кластер в цепочке и в иерархии, и поменять, и сделать это что-то под себя. Okay, I hope you understood everything that Calvin told you about. We tried our best to create capable subtitles for it, so let's hope it worked. And now let me show you how keyword clustering looks like and how you can use it. To start using keyword clustering, you have to upload a list of keywords you want to work on. Then you have to choose the method of clustering and to set a connection strength parameter. If you're not sure which ones to use, let me put it that way. If you have a huge list of keywords and you want to go through initial clustering process, go with a soft type and weak connection strength. That way you will have less clusters, but you will have big clusters creating some subjects for you. If you have a shorter list of keywords or keywords pertaining to one subject, you have to go with a hard clustering type. That way you will get more clusters, and each cluster will have keywords that are strongly connected. Once you've done with that, you just have to wait for us to finish the clustering process, and when it's over, you will be able to access your project. On the project page, you will see a list of clusters we created, and on the right side from the list, you will see the clusters themselves. For each cluster, we also create a metatop. Metatop is a type of combined SERP for all of the keywords from cluster, where results are rearranged to show the most relevant ones at the top. Also, you can work on your clusters directly in our interface. You can move keywords from one cluster to another, delete them, and so on. Also, if you have added your own domain when creating the clustering project, if your domain is registered in Metatop, this URL will be connected to that cluster immediately. That's all we wanted to tell you about keyword clustering for now. If you want more info on that, make sure to visit our blog. We share awesome ways to use keyword clustering tools there. Also, subscribe to our social media to make sure you don't miss any posts or videos or new tools. Thank you for watching and have a great day. Bye.